тепленькая водичка, да, детка? Угу. Приятная, да? Угу. Ай, какой! Хочешь, кто-то будет купаться с тобой? Так мы это устроим. Да? Эй, Дэрил! Купаться! Ну-ка, кто будет мыться? Сейчас кому-то вымоем попку. Чисто-чисто. А потом будем попкой пускать пузырики, станем пускать в ванну и делать попой газированную водичку. Ой, ты миленький, какой ты чистенький и какой ты сладкий. Келвин, Келвин, тихо. Дэй, Дэрил. Где наш малыш? Наш симпатяшка. Кому пора переодеваться на ночь, а? Да, но еще доктор сказал смерить на ночь температуру. Хорошо. Да. Ну вот, ротик пошире. Что ты делаешь? Ставлю ему градусник. Зайка, он же малыш. Им его в попу ставят. Да, извини. Давай. А ты, детка, не бойся. Давай-ка, где попка? Где наша... Ой, Дэрил, ты что это? Дэрил, хватит! Дэрил, ты что же сейчас, это, а? Не бойся, Карлос. Сейчас перевернем на животик. Так, сейчас я его вставлю. Не, не жми, Дэрил. Келвин, не уползай. Здоровый. А, Келвин, полежи спокойно. Никто этого не любит. Никому не нравится. Но все через это прошли. Тише, Келвин. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо, малыш, да? Вот и поезд, вот. Состав в туннеле, сэр. В конце виден свет.